Мне кажется, не просто так космонавты подписывают бумаги на то, чтобы они молчали какой-то период времени после своих полетов, потому что, естественно, они, наверное, скорее всего, видят больше, чем говорят нам об этом, об этих путешествиях, уверена, что есть какая-то жизнь там, и ну, мы не можем быть во Вселенной одни, это точно. Обязательно кто-то там есть, и в НЛО я верю, что есть какие-то непонятные объекты, но они на самом деле понятны, просто, мне кажется, от людей скрывают очень много, и, ну, для, наверное, для того, чтобы наша психика была в порядке, вот дозированно нам дают какую-то информацию, абсолютно дозированно, но люди, которые над нами, они... наше руководство, наверное, все президенты, все в курсе того, что происходит на самом деле там.